Всем привет! Меня зовут Настя, и я морской биолог. На своем канале я рассказываю все самое интересное о море и о своей работе. Сегодня я хочу вам рассказать о китах и зельфинах, которые ныряют на экстремальные глубины океана. И, конечно, мы поговорим о том, почему они это делают, и сравним их дайверские рекорды с человеческими. Первое, что важно знать, это то, что киты и дельфины это млекопитающие, как и мы с вами. То есть, когда они ныряют в океан, им необходимо задерживать дыхание и потом возвращаться обратно на поверхность. Среди китов самые глубоко ныряющие это семейство клюворылых. У них такая интересная форма головы и во время охоты они регулярно погружаются на глубину в более чем тысячу метров. И именно этот кит был зарегистрирован на трех тысячах метров и учитывая, что ему нужно задерживать дыхание, чтобы нырнуть так глубоко, скорее всего такое погружение длилось около двух часов. Еще среди морских млекопитающих есть серые дельфины. они ныряют примерно до 800 метров, то есть не так глубоко, но тоже достаточно прилично. Теперь мы можем сравнить эти дайверские рекорды с человеческими. И если мы будем брать дайвинг с аквалангом, то для обычного человека предел это где-то 40 метров. Но можно нырнуть и глубже, но это уже технический дайвинг. И в нем используются смеси газов вместо воздуха, чтобы избежать кислородного отравления. И рекорд для такого погружения это 332 метра. Но технический дайвинг требует достаточно серьезной подготовки и серьезных навыков. Если говорить о фридайвинге, то есть сопоставить китов, дельфинов и человека, как мы ныряем на одном дыхании, то самое глубокое погружение совершил Герберт Нич на 214 метров. Позднее он попытался повторить этот рекорд и нырнул на 253 метра, но он достаточно сильно пострадал в процессе этого погружения и долго очень проходил реабилитацию и так до сих пор не восстановился. То есть, конечно, у нас по сравнению с китами и дельфинами очень серьезный лимит здоровья на такие глубокие погружения. Главный вопрос это, конечно, зачем китам и дельфинам нырять на такие экстремальные глубины. Это стопроцентно занимает очень много энергии, и неужели нету какой-то еды поближе к поверхности воды. Ученые попытались ответить на этот вопрос. Они взяли ДНК с разных глубин в тех зонах, где охотятся серые дельфины и клюворылые киты. И самая максимальная глубина была 1600 метров. Это, конечно, не 3000, но туда точно ныряют клюворылые киты и не доплывают серые дельфины. Оказалось, что у обоих видов одинаковый рацион. То есть они едят одну и ту же еду, только кит ныряет за ней в два раза глубже, чем дельфин. Здесь ученые предполагают, что все дело в репродуктивных особенностях кальмара, не кита или дельфина. Дело в том, что кальмары, на которые охотятся оба вида, во время спаривания погружаются глубже в океан, чтобы избежать хищников. И вот такие особи они, как правило, гораздо крупнее, чем те, которые находятся ближе к поверхности. Соответственно, кит, ныряя в два раза глубже, получает более питательный обед или ужин. Надеюсь, что вам было интересно интересно, подписывайтесь на мой канал, расскажите мне в комментариях, насколько вас удивили такие дайверские рекорды китов и дельфинов, знали ли вы об этом раньше, хотите ли вы сами когда-нибудь попробовать дайвинг или фридайвинг, или может быть вы уже дайвер.